среду в Самарской области солнечно, без осадков. Температура воздуха в дневное время 0-3 градуса, ночью 6-8 ниже 0. Ветер восточный, юго-восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани мало облачно, днем 3, ночью 7, ветер юго-восточный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем 0, ночью 4 градуса, южный ветер 2 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем 3, ночью 8 ниже 0, ветер восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 76%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.